Вот. Не могли бы решить зайти вкусно, если вам не сложно? Я бы не жалел, если бы не решил. Уважаемые средства массовой информации, покидаем зал. Совершенно очевидно, что пока меня не убедил ни один факт, что в действиях Удальцова я меньше следил за разворачиваемым. Есть состав преступления, есть действия. Подчеркиваю, знаете, что такое свержение власти? Это заговор, это связи, это пароли, это явки, это оружие, это подрывная литература и так далее. Ни одного из этих мной перечисленных совокупностей действий, направленных на подрыв или свержение действующей власти, я ни в одном, даже пропагандистском материале не увидел. Как юрист, я считаю, что шансы 100%, потому что отсутствует основание, в принципе, привлечения его к уголовной ответственности. А как юрист, который регулярно, в общем-то, уже участвует в политическом процессе судебном, я полагаю, что шансов практически нет, потому что в данном случае действует политическая целесообразность, но совершенно незаконно.